Так, короче, ладно, всем здорово, с вами я, Чанро, и сегодня у меня будет последнее видео по Бравл Старсу. Почему вы мне такое скажете? Почему последняя серия? Потому что эта игра отстойно всем надоела, даже мне, даже Тимур, даже Артём, ну и Климу тоже. Ребят, я не знаю, я, наверное, его при вас удалю. Я не знаю как. Это такая грустная новость. Все равно я уже вмешан в Call of Duty Mobile. Я все равно уже начал в колду играть. Хоть у меня скоро 70 уровень. Но не так было. Много, может, таких видосиков побрало старцу. Но прошло такое время. Расстаться с этой игрой. Да. Да, Рил. Бравл Старс всем отстойно надоело. Никто Бравл Старс ненавидит. Никто в эту игру играть не хочет. Как сказать? Отстойная игра. Тем более, во-первых, я кубки часто начал сливать. А во-вторых, я начал потихоньку теряю квесты, ну и трофеевые. Да, такая грустная новость. А я помню, как я забрал себе, как же его там, Честера. Но приходится в такое время оставаться с этой игрой. Я в эту игру донатил только 2000 рублей. На Бравл Пасс и на Спайка. Ну и на остальные скины. Блин, если честно, мне реально жалко эту игру удалять, но я не хочу, чтобы мне эта игра занимала памяти. Киев помешан в Call of Duty, но реально никому эта игра уже не интересна. Да. Такая грустная новость. Потому что я скоро это уберу от аут Дискорда. Которая у меня есть аут Дискорде. Который легендарный Честер. Приходится с этими играми расставаться. Хоть как Хоррор Бравл. Ну, хоть Хоррор Бравл уже скатился из-за того, что короткие катки. Но говорят то, что катки скоро вернут длинные. Потому что я иногда люблю длинные катки. Ну что ж, ребят. Я побеждаю. Я удаляю. Бравл Пассы потеряю, вообще пофигу. Короче, я удаляю. Всё, ребят, я при вас удалил, потому что я помешан в Call of Duty. А так я до сих пор играю в Call of Duty. Короче, ладно, давайте я буду заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.